На поляне возле села Крылова развернулись масштабные гуляния. Сюда съехались жители всего Красноуфимского района. Больше всего зрителей собирается посмотреть конные скачки. Владимир Валиев занял первое место в конном забеге. Признается, что сложностей было много, но он и его лошадь Цувай все-таки смогли их преодолеть. Ну, трасса никуда не годная, честно скажу. Было страшно, давно не ездил. Наверное, больше года на лошадку не садился. Но проехался, выиграл. На другой площадке проходят традиционные соревнования косарей. Судьи оценивают и высоту травы, и качество прокоса. Здесь победителем становится Альберт Хазиев. Он работает учителем физкультуры. Соревнования для него – это как разминка. Профессионально езжу третий год. В том году здесь же занял второе место. Потом ездил в Башкирию. Там на ярмарку мастерских профессий. Там по косьбе занял третье место. Не обходится празднование и без ярмарки. Мастерицы и рукодельницы со всего района представляют свои работы. Нина Кимаева занимается марийской вышивкой. Говорит, талант достался по наследству. Я занимаюсь с 15 лет. У меня мама вышивала, бабушка вышивала, они марийские платья. И все-все, они марийские халаты, все вышивали. Соревнования по волейболу, показательные выступления пожарных и многое другое. Площадок для гостей праздника, которые решили отметить день рождения Красноуфимского района, множество. В этом году району исполнилось 93 года. Ксения Иноземцева, Марина Агалакова, Интера ТВ.